На торжественные мероприятия пригласили 29 ветеранов войны. Для героев Великой Отечественной организовали ужин и концертную программу. Подвиги героев, которые ушли от нас на поля сражений, которые вернулись и отстраивали заново нашу страну, и тех, кто сегодня рядом с нами в нашем строю. Для почетных гостей праздника выступил артист театра и кино Олег Гончаров. В его исполнении прозвучали стихи и песни военных лет. Настанет время, самый нож, наверное. Свистят они, как пули у виска. Концертную программу продолжили воспитанники детской группы балета «Тодос Видное». Танцевальная композиция, посвященная Великой Победе, растрогала сердца многих ветеранов. Героев Великой Отечественной войны поздравили и ученики Лопатинской школы. Ребята подарили ветеранам около 30 букетов из искусственных цветов и конфет. Торжественные мероприятия продлятся до конца мая, и у всех желающих еще есть возможность поздравить ветеранов с любимым праздником. Галина Житкова, Елена Кошелева, Видное ТВ.